Из грядущих событий недели в Минске впервые выступит гуру личностного роста с мировым именем Джон Кеха. Всемирно известным и очень богатым он стал благодаря своей книге «Подсознание может все». Простые принципы программы оказались настолько эффективными, что уже более 3 десятков лет Джон Кеха собирает тысячные залы на свои семинары, а книга издается миллионными тиражами. С утра сегодня он формировал подсознание успеха у зрителей «Доброй раницы Беларусь», но а нам интересно, как действуют его принципы в бизнесе. Уникальная возможность узнать об этому самого Джона Кеха. Здравствуйте, hello. Hey, nice to be, good to be in Minsk. Это очень приятно для меня быть здесь, в Минске. На самом деле, есть ли яркие примеры известных бизнесменов, ставших таковыми благодаря вашим принципам? All kinds of На самом деле, абсолютно разные люди используют принципы моего учения и достигают этого успеха. Ну, и те, о которых я сейчас могу вспомнить, это Арнольд Шварценеггер, это Хиллари Клинтон, это Ричард Брэнсон, многие-многие люди. Что в первую очередь должен изменить в своем подсознании человек, стремящийся в нашем случае, скажем, к материальному успеху, благополучию? Я думаю, первый принцип, который важно понять, то, что ваш успех, он помогает многим людям, но ваша неудача никому не поможет. Вы должны верить, что ваш успех, он привнесет изменения не только в вашу собственную жизнь, но также в вашу семью и общество вокруг. И если вы в это верите, тогда вы получаете воодушевление и ободрение, чтобы двигаться вперед и стать знаменательно успешным. И когда вы верите в этом, вы уверены, то это проникает в ваше подсознание, и оно начинает работать на вас. Ну, что интересно, вы как-то предварительно изучали аудиторию, которая придет на ваш семинар здесь, в Минске? И вообще, что вы меняете в своих программах, когда приезжаете, ну, немножко в другую ментальность, в Россию, в данном случае в Беларусь, вот так впервые? Нет, я ничего не меняю, потому что то, как люди мыслят, как они ощущают, это подобно по всему миру. Я просто хочу, чтобы люди были успешны. To share their gifts, чтобы они делились своими дарованиями. And to become everything that they can. И чтобы они становились всем, чем они могут стать в этой жизни. This is my goal and mission in life. И это моя цель и миссия в жизни. Спасибо огромное. Джон Кеха, всемирно известный писатель и тренер в области личностного роста, автор книги «Подсознание может все», впервые выступит в Минске в эту субботу.